Добрый день, уважаемые гости и посетители нашего сайта компании Badeneco. Сегодня 2 августа 2017 года. Видеосъемка проводится непосредственно в саду, в южном направлении. Хочу вам показать на видео один день жизни из нашего сада, как поспевает и произрастает ягода польской малины, польских сортов, сорта полька. Вот идет такое вот умеренное созревание, как вы видите на видео. Все ряды заполнены малиной, красной ягодой, а также ягодой розового цвета, которая еще зреет. И мы видим такие вот зеленые зачатки, они поспеют где-то уже числу 15-20 августа. Чем хорош этот сорт? Тем, что он в наших климатических условиях в Алматинской области, он произрастает и дает урожай до первых морозов. Ведется сборка. А первые морозы у нас бывают по-разному, год на год не приходится. Ну, это конец сентября, может быть, середина октября месяца. Вот. Будем рады вас видеть не только на нашем сайте, но и на наших малиновых угодьях яблоневого сада. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго.